Время пошло, у нас 3 часа. За 3 часа 3-3,5 успеваем. 1000 ИП дополнительная. Летим в инст. Кто удал ранее. Ставим шкаф, молимся. Всем привет. Заходи на замену. Че, у вас за фул? Да, заходи на замену. Ну мне как минимум надо на лану зайти. Ну, да, если шредером поменяешься. Кого не может уступить. Кому-то кроме меня нужна кровь? Ярости недостаточно. Видимо, нет. Летим в инст. АФК, ребята, это будет сразу замена. Мы уже начали. Вас там можно, если там что-то срочно. Здорово. Здорово. Кул. Меня слышно, да? Да, ну. Заходи, тут миллион людей на замене и это самое. Сейчас я захожу, я только ввалился. Я домой. Слышь, Джованни может не место уступить. Ну надо еще Мидвей сюда воткнуть. Сейчас гляну, погоди. Только, блядь, пришел брательник, успели, я там, сука, помогал. Ну ты заходи, мы как бы это трэш до ребра почистим. Да все, я уже считаю, захожу. Я себе, а у вас 5% взял. Крита нету в рейде? У нас все есть. Нету, если ты только не фурик. А, ну... Это не проблема. Сейчас мы будет фурик. Субоним всех ПК. Так, Джованни. Вместо тебя пока Мидвей. Слот. С Шреддером там поменяешься на лан. Хотя я не знаю смысл, будет ли тебе так КД ловить. Сейчас подумаю. Мне квесты сделать, мне нихера не надо целка. А, ну, если ОД не надо, то... Квест и этот... Свичнешься с Шреддером, он на профи сделает, потом ты сделаешь. Ну там насчет Синдрия, кстати, не знаю, там Шейпер скорее всего будет делать. То есть, вам Шейпер, всем а он квест. Есть? А Шейпер, ты на профи сделал уже? Я, да. Шейпер на шамане. Сейчас Жира, тебе надо на замену? А то я что-то... Князерук, пати на замену. Так. Вон, смотри. Знаешь, сколько народу, надо вторую целкашку собрать. Да, сейчас посмотрим. На вторую тут нету. 24 на 45 сколько будет? Помножить или поделить? Ну, помножить. Чё это, Тёма, тебе РЛ отдавать сразу? Сейчас зайду, дашь. Или ассист отдам, осколки полутаю. Я лут могу пораскидывать, в принципе. Да, да, хорошо. Ассист отдам, чтоб чекать. Ой, это я же как ДД, это НХ. Давай подумаем, какой ДД у тебя есть? 250. Он... Такой себе. Кто? НХ или ЛМ? ЛМ. ЛМ. Ну вот видишь. Значит, ну будь ЛМом. Потому что видишь, сколько шаманов наплодилось, я не знаю, откуда они вылезли. Ну это хорошо. Это очень хорошо. Я могу Навара нырнуть. Ты, кстати, сейчас насчет этого подумаем. Давай-ка ты Навара.
Так, что там по пати-то? Ну вон, видишь. Давай шейпер Навара, потому что смысл. Смотри, сколько шаманов там. И ты квест заодно будешь делать. Смысл тебе на двух персов, когда... Давай Навара. Или тебе еще? Суть в том, что я варом, кто-то должен зайти, блядь. Потому что я заебался там дропаться, блядь. Да я зайду. Чё, за кого? Не понял. Он на Синдре вылетает, он квест не может сделать. Ближе к Синдре там напишешь. Я зайду, два окна сделаю. Так, квест. Ладно. У магов у нас 4 мага, да, один лок. Одна сова. 2 ШП. Отхиляйка это кто? Хулипал. Новенький? Наверное. Кто его брал, не знаю. Сейчас зайдет диск. 261. Если что, зеленый бабу есть. Сейчас будем смотреть. Ефрем, рубака. Соответственно, взял его мастер. Так, зеленый бабу. Ты можешь вот этого шреддера спекнуть, потанчить или сам танчить, но у тебя ШМ, как бы, я думаю, целесообразнее будет его поспекнуть. Оф танком там ничего не делается. Знаю, просто я один фури. А, сейчас шейпер будет, могу потанчить, в принципе. Это там место освободилось, что ли? Нет, это шейпер. Ну поспрашивай там ДК-шка. А кто в Вуду разбирает, как сделать, чтобы он таргет брал автоматически? Ну вот этот ДК я не знаю, это новый какой-то, первый раз его вижу. Френч? ДК Халлион. Ага. Это тоже, у них всех по 0 ЕП, я их не видел ни разу. Лу знаю, нормальная игра. Да. Мистер Дейбатер может мне уступить. Так. Ну смотри сам, уже у Мидвей спрашивал. Потому что их два приста всего в рейде. Нет, пока что не. Где на конкретных боссах или просто чисто на фул? Он на лану. Ну я говорю, с Шреддером свичнешься, если чё. Квест сделать. Да, я... Там посмотрим. Где я? Угу, все. Давайте шкаф сумоним, все, погнали. Я даже могу потанчить до синтри. Так, отхиляйка. П5, я кулачки, на сколько? Хожу налево. Каски. Это, так, Тёма, пока давай что, подумаем, так, кто танчить будет. Я просто не знаю, я бы подамажил, конечно. Там может Шреддер потанчит, эстафету возьмет. Или ты, или Шреддер, или я, или Шейпер, кто-то из нас. Я могу потанчить, у меня нету 4, то 4. Так, принтскрин делаю, кто на замене, соответственно. Кто на замене может быть у Зоу, если вас зовут, вы должны ливнуть с рейд, куда вы должны. Сидите там на БГН, вообще похуй. Вы должны покинуть рейд, сразу, соответственно, покинуть то событие, на котором вы присутствуете, и войти в рейд. Надеюсь, понятно. Вот это называется замена. Надеюсь, это для всех будет, как его, чтобы потом не было никаких вопросов. Чем мне ЕП не начислили и тому подобное. Надеюсь, понятно. Меня радует одно, что у меня 100% ЭРФ теперь. Так, мастер, тебе на лану надо, да? Да, все. Если что, свичнешься, а там посмотрим. Если кто-то будет косячить, ребята, сразу предупреждаю. Шреддер на профа просит. На ваше свитер. Место 6 человек. Вон еще мосса. Места 7 человек. Блять, лагаю, сука. Сейчас, секунду. У кого есть права, перенесите сейчас человека сюда.
твой свет показывает его ник. Пусть меняют на тот, который должен в игре. А это его недавно взяли, это вот это. Или это как раз. Как ник? Твой свет погас, я не знаю, зашел. Ник в игре какой? Отхиляйка. Сейчас поменяю ему ник и перенесу. Так, карочку я сам добрал в гильдию. Карочку. Ну, карочка отказалась от замены, сказала, что опоздала на сбор. Ну, сбор был в 18.30. Прагма. А ты проставил, да? Все нормально в событии. РУСФ, РУСФ. Это, так, выйдите с места, тут батл, меня бьют. Ну, блядь, потом, короче, зайдешь. Соответственно, хожу налево, с тебя каски, с меня кулачки от хиляйка МП5. Бафы раздали. Надо еще кого-то сумонить. Ладно, эти пойдут. Так, чё, потанчи пока, Войд. Или ты хочешь подэдэшить? Да я бы подэдэшил, но... Ну хорошо, давай тогда я в танк. Я даже потанчу. Хожу налево. А, кто, ты в танке, Шейп? Ну да, я еще не спайкался, да. Ну хорошо, тогда потанчишь ты. Так, соответственно, второй танк у нас вот Шейпер, МТ у нас Винар. Здесь, понятно. По аурам хожу налево, сосредоточение Шреддер Прота я возьму от льда, хожу налево огня, чек на АФК. Так, еще, да, плюс Джованни, 8 человек. Так, карочки я дал этому, дал, ставлю рыбу. Да, СФФ, я не знаю, надо рыбу, такой. Не надо. Мастер, перенеси мой свет пока сюда. Нету мой свет. А, вот есть. Тогда едим рыбу. Рыбу вам поставили. Рыбу перед боссом нам было ставить. Нормально. Народ, у кого Вуду стоит? Можете сказать, как сделать, чтобы автотаргет был? Зачем бой вчера третью кату сделал? А, на Войда? О, красава, блядь. Красава. Заебись. Так, ладно. Соответственно, Декалион, ты тут? Нет? Если не отлипнет, поменяю. Все, танки вперед. Сиси мять не будем. Соответственно, не забывайте, боешки. Целкашные боешки. О, понятно. Хилять будем или нет? Еще не добежали даже. Ну так и сказали, пошли, соответственно, должны уже были идти. Ребят, отлипаем. Какой-то медлей лопнулся. А, блин. Не лопнулся. БЕшки уходят с алкашной в ГБ, которые там 200 и тому подобное, можете ролить. На пол даем Лимерти, Пуси, в чем проблема? Одного до пола должно быть назначено. Кто умер, встаем, побежали. Дойдете до ланы, короче, я в другом канале. Давай. Так, Стрэндж. А, стринг у нас БДК, я правильно понял? А заметки кто пишет? Кому чего? Лу, я не понял тебя. Ну, друид, видишь, какие карочка опоздала, которая. Дай ей рейд, я слот отдаю. А кто она? Она Брюхил. Короче, Джураду в кота тогда спект. Кот будет. У меня уже там танк. Да. Соответственно, бузер в лема.
О, два друида, два аршана, нормально. Заодно проверите, что за хил. Она мне сама написала, чтобы это... Хочет проверить нашу гильдию. Че у нас, да и как. А, откуда? Не знаю. Ну, карочка, да... Играем по этим, по паукам. А нахуй он тут пехил, в принципе? Хожу налево. Этот, как его? Аура от огня, пожалуйста. А, так у вас 2 ДД. Ой, 2 танка ДК, нормально. Я танкую, я не ДК. Тут 2 танка ДК у нас, если что, вроде. Так, спекай. Ладно, пойду видосики потыкаю. Давай. Какой из них на Д, который там, да? Стрэндж. Но я его давно брал, а почему только сейчас начал ходить на РТ, я не знаю. Не знаю, причина была. Человек в командировке. Играем по паукам, ребят. Приоритет — это пауки. Не забываем. Зачем паладин успех протопала, да? А в НХ нет успеха ДД? Есть. Какой? Нет. А что? На боссе спекнешься, блин. Так, али он зайдет или нет? В диск хотя бы напиши или чё? Что, мне заходить? Да, заходи как. А кто? Ну, потому что я не вижу Декалеона. Сейчас гружусь. Запускаю. Так, даем пока звезде обмен, выдаю фласочки. Нет. Да.
Ну чем тебе на хп? Так же оно долго грузится, я чую. Мастер, да давай я пойду не выходи. Я захожу куда? Это кто сказал вообще? Вар, который на замене. Мощно. Это на зарук, что ли? Еще кому нужны фласки, то везде обмен, быстрей. Вонч. Шкаф поставь, пожалуйста, Костя. Приплату я уже там. Не знаю. Насчет Карагер, не знаю. Быстрее. Все, все получили. Больше это никому не надо. Припота есть у тебя или нет? Есть. Че, по рыбе? Ну у меня свои рыбы дам. Так, рыбу поставил. Тебе фласки? Ага. Баф, даем фул баф. По тактике должны все здесь все знать. Лечу уже, блядь, дохуище лет. Объяснять не буду. Карочка, ты иди себе плюс они. Ну, она была в действии, я и давал участник. БДК Стрэндж, сними фросфизи, зачем он тебе нужен? Обычные шмотки один. А чё у неё, они, ну, ПВПшные будут или что? Я не знаю. Нет, у него Т4. У нее, у Карочки. Сейчас посмотрю. А что у меня ПВПшная? Ну, да не, она ПВЕшная. На фул ПВЕ, что ты? Все, она уже написала, перейдет. Что делать. Так. ДК Горн. Давайте последний чек на готовность, погнали. Михаш спекнулся, Валем? Да. Отлично. Отсчет на пол. На полная вина. Геру. Шейпер, ну еб его идти. Я же сказал спекнуться. РДД, полиморки, играем по шипу. Быстрее. Ну, хоть раскол будет. Он вообще в дискорде, на? Да.
Коллеги, еще на последние шипы, сука, съел. Хотел меня передамажить? Очень плохо, килы, очень плохо. А, блядь, в лужах не надо купаться, ну такое. Порезали. Да, ты в ДД. Сказал медведю, как одеваться, блядь, он теперь меня передамаживает. Шейпер, давай ТД. Карочка или мурбетер вам надо это? Шея. Карочка 270-я, зачем мне? Мурбетер на холи поста надо? Ну, да и беттера там. Не знаю. Вряд ли он ее возьмет за ГП. Угу. Ой, блядь, я ничего на офспек нажал. Трэш стоит, вперед там. Танки, гоу. Гоу, 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 Power Rangers. По черепу РДД. Лишники не подходят. Дайте стан по черепу. Принг, да и тяни этого вестника к нам. С милишником. Сейчас, погоди. Все, дал по черепу стан, влились. Водина. Слышишь? В мобе. Войд. Сейчас поставлю лут. Сейчас заберу. Забери сначала. И посмотри, сразу, блядь, видит, где шмотка падает. Отдалось? Да, да. Стан по черепу. Ай, блядь, не успел отойти. Милишники, из паладинов кто-нибудь надо было по черепу стан дать, ребят, и тогда можно... Минус два хила, блядь. Подходить. Ничего есть. Это не Гер, где он не шотает, нахуй. А в Герри тоже шотает, ну, если уж у вас вообще весь рейд стоит возле него. Да, ну, соответственно, как вот сейчас мы стояли, он бы не шотнул. Нахуй, вставать не буду. А ты заебал, вставай, давай. Нет, ничего. Эржан. Ты когда скачаешь этот, блядь? А, это-то? ДБМ. Да, блядь, сегодня скачаю. У меня все время не было, ну сам ты понимаешь. Рейд, а потом нахуй быстро аук выставить. Еще, блядь, там сям нахуй. Мне, кстати, надо, блядь, теперь все ежедневные вот эти на осколки, блядь, делать. Ну, на кристальчики. Подымать, потому что я почти уперся в кат. С учетом того, что я рулетку не крутил. Сейчас я сделаю, у меня будет 249 из 250. А, мне еще далеко опираться, нахуй. Сколько у тебя максимум всего уков? 250. А есть? У меня 248. А не охуел ли ты, блядь? Только 143. Алис, ну не первый раз здесь. Вперед. Всех порезали. Хожу налево, где? Не знаю. А, по черепу играем. Ну а остальные кто будет тягать? Алло, прием, блядь. Сейчас, походу, будет замена, нахуй. Так, где у меня таунт? Вот он. Я подшел, а нахуй хильки, блядь. Что, забрали? Нихуя.
Стрэндж, ты в Дисе? Плюс в чат, пожалуйста. Угу. Не слапи. Слышали прикол этот? Чинят уже остальные РБКшки и этот. И как его, минные святилища. Так что скоро, походу, будут уже новые рейды. Да, только проход до них какой будет? РС? А вот хер его знает. Проход, да. Вот шейпер резный. Я думаю, третья ката. Минимум, нахуй, еще и раз. Ну, минимум третья ката, ну, блять, еще какой-нибудь квест. Либо еще квест пройти. Поставить, да. Которая охуеет. Алиса, ну вот, отлично. Двоих, там 290 шмотки. Лови двоих, двоих лови. Не три танка. Стан, блядь. Что-то от падения сдох такое бывает вообще? Да. Да, тут всякое бывает. Прилетел на это, на ИВК. И сдох. А в жизни так же. Ай, да, я еблан, похуй. Перед лицом стоял? Убил мабар, решил прийти к другому, нахуй. Подразумал. Такие боёшки, можете ролить, ёпт. Остальные отказывайтесь. Забираю я. Вестника не тяни в рейд, по Вестнику. Сейчас стан дам. Стан дал. Влились пока. Отходим, милишника. Я в него прям чаржу. Давай, следующий. По черепу. Заберите Шреддер, еще. Дай по черепу стан. Что такое стан, да? И как с ним бороться? Все, 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 отходи. Тут мечик лежит, боешь. Так, а он разролен. Нет. Ну, сейчас разролится. Он а, тут Грублуд? Да. Грубо, ГЦ, ёпт. Чё, он меч спиздит? Угу. Ну ты вообще охуела, рыжая меховая тряпка, на. Хуль ты на столе это делаешь? Иди отсюда, блядь. У тебя рыжий? Да, у меня кот рыжий. Я хотел его назвать Гартл, но моя не выговаривала нифига это слово. Это было ржачно, конечно. Не выговаривай слово Гартл. Она картавит? Нет. Жалко. Не, ну это было бы, конечно, зачетно. А ты бы ему готовил лазанью? Нихуя. Слишком, блядь, рожа, блядь, наглая, нахуй. Так, по пати. Алиса, ты справа. Так, нет, давай, Алиса, ты слева. Стрэндж, ты справа. Соответственно, танки. Самое главное, словите мобов, у которых нету маны. Надеюсь, понятно. У которых есть мана, они не шотнут. Соответственно, пати сейчас я раскину. Для РДДшников вы играете по тем, у которых есть мана. Милишники... Ой, РДДшники играют по тем, у которых нету маны. Милишники играют по тем, у кого есть мана. Транквилити, ты сидишь на боссе. Так. Сделаем вот так вот, да, я с... Нет, так, 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 Алиса здесь, это сюда. Здорово, собрались уже, да? Да. Здорово, да, я уже лича убили. Да, я слышу. Так, хорошо. Так, хорошо, так. Так. Первая, третья слева, вторая, четвертая играют справа.
даже вот так вот сделаю. Сейчас, секунду. Шейпер, еще проверь. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. НХ, соответственно, помогаешь на той и все из стороны. Так. Туру-ту-ту. Стрэндж, твоя задача вот здесь, вот с правой стороны. Ты стоишь справа. Соответственно, центральный моб, это он милишник, он без маны. Ты его постоянно забираешь. Потому что если он пойдет до по рейду, он пошотает. И смотри, твоя задача. Здесь вот выходит моб. Где звезда, видишь, с лестницы идет. Он может быть милишник. Соответственно, тянешь на свою сторону. То есть лужу кинул. На вот этого. Сейчас я метку туда кину. Вот здесь моб уходит. Его милишники забьют сами. На него ты можешь не запариваться. То есть лови. Отсюда идет моб. Если сможешь этого поймаешь, но он будет стоять на месте, кастовать. То есть на него не парься. Самое главное, цепляя отсюда притяжкой, тяни на свою сторону. Так, поэтому я объяснил. Рыбу даю. Блять, я фласку еще не пропил. Охереть. На домине есть у вас там кто? Да, до хуякого. Аж 5 тел. Мне еще потом по принтскринам надо будет смотреть, кто, чего и как. Рыбу, едим. А 4... Чек на готовность. Димон, присани, я принтскрин сделаю, и все. А закинь меня вместо Стрэндж в четвертую пати. Он танк. Зачем? Он танк. Не надо хантабал. Это что? Это кто это сделал? А, все, понял. Ну дай обмен быстрее только. Шейпер. Так. Не увидел. А, господин Саджира, да? Так, еще раз чек на готовность. Дать господинов. 3 минуты. 3 минуты уже, блядь, прошло. Так. Ладно, подойдет. Отчет на пол. Танки по позициям. Вбиваемся по мобам, не слакаем. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Били мобов своих, играем по боссу. Ты не в сил противиться моей воле. Так, что там, контроль? Тут 4 человека вместо 10. Чего? Ты о чем? Ну, с правой стороны. Моба, готовимся. Контроль 3 секунды. Контроль. Милишники помогли сзади моб. Моб взрывается в танк. Да хуй ты на него. Играем, играем, куда пошли? Контроль, секунда. Служу, контроль. Краш, 5 секунд. Бам-бам. Господин Буэри Вудшейпером.
вторая фаза. Контролинг хашу. Геру дали. Могу встать. Вставай. Баб дали по шаману, по вару, бегом. Косты затыкаем. Контроль. Мне кажется, шейперы больше толку, когда он в танке. Я бы расколся так. Сколечек. Спирал падал, сколок, нет? Нет. ТП-шимся через портал. Блять, опять забыл фаску выпить, ну ёп. Второй осколок? Нет, он первый не отдал просто. Да, два выпал. Прикинь, если бы падало два осколка, блядь. Все, развалил. Не бежу сейчас. Оперативный ролик. Ты тайминг уменьши до 15 секунд. Глеб. ТП-шти. А Глефа мы не закрыли злодин, да? Ну, походу не закрыт у него. Бьем его. Говоришь, ты поставил себе, да? Да. Да, не 20, нормально. Ну, там, если 20 есть, то 20 на кстати. До 15 там секунд хоть один достаточно, понимаешь? Там можно сравнить, это легко и непринужденно. О, блядь, бить ему вообще приду. А кто души, парни? По-моему, все, кому не лень уже. Да не, у Алисы есть, у меня есть, у Шейпера есть, Хадера есть. Разве что твой хозяин. А, или Стэнчин. Не забывай, что Магерс, Сашок там. Они итом вязают. Что, он тебе фармишь душу, или ты еще классно не вязал? Нет, мне кровь нужна еще. Кот выебывается, что если брызнил, ты не играешь, блядь. Гарфил. Симба, блядь.
Лимарти, остаешься на этом корабле, соответственно, напуливаешь на Стрэнджа всех мобов. Джурада, релок, у меня что-то это, тормозит как-то странно. Релоуд пропиши. Остальные берите джетпаки. Зайди только на корабль. Так, соответственно, 4 пляса. Бузер, Шейпер, господин, Тайномаг. Надо сделать макрос на плюс, нахуй. Я где-то плюс... Блять, нажать плюс две кнопки, нахуй. А я не успеваю, нахуй. Там есть люди, которые уже, походу, зажали, блять, плюс давно. Так, рыбку поставил вам. Баф отдали. Ой, да ты мне четырёх кусков? Да. Ты что, не копил четвёрки? Да есть он. Там капа не идёт, да. Да кушаем рыбу, кому надо. Я бы тоже без капа поиграл, все нормально. Там, блядь, не зависит от капа сильно так. Но ДПСа будет больше. А зависит от того, как у тебя Т10 прокает. У меня он вообще не прокает почти, блядь. Особенно под бурс, нахуй. Смотри на ситуацию по-другому. Чек на готовность. Типа Т10. Я уже на двух боссах использую Т10. Нет, на этом Стрэндж. Также остаешься на этом корабле, напуливаешь. Все готовы, завожу. А кто на корабль прыгает? Я сейчас отмазанул на него. Да, Войд, запускай. На тот корабль Винар. Винар, блядь, запускай же. А, и да, джетпаки нить. Будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Коркрон, взлетаем. Вы видите? Опять, сука, ФК, что время боя, блядь. Как легко спалить-то его. У Лелушка разве была верхи дерзкий? Лелуш. Я был. Ты что думал, у тебя говно твинило? Одна, да. Блять, у меня в пушку не садится, сядьте кто. Что, пушки забагали или чё? Хуй знает. А, бывает иногда, блять. На одном рейде тоже такое было. После заморозки, возможно, сядут. Ну я типа сел в пушку, меня с него выкинуло, ТП-шнуло под корабль. После заморозки попробую. Она не заморозилась. Нормально. Ну, значит, ещё кто-то садился, блять. Скорее всего. На свой корабль. Кошки, а мы бить не умеем или чё? Это чё у нашего корабля столько мало хп? То что не хуярят по дальним оружейникам. Прыгнешь с корабля. Шредер, прыгай вниз. Есть шанс, что вернешься. О, заморозилась пушка. Хорошо, что разбагает. По идее. Оружейники выросли. Ха-ха, не разморозилась. Ой, ружейники,
танк, забери моба. Так долго мах умирает. Ой, ты как звал? Да, Мурадин. Мурадин, так надо. Дальних бил. Не надо видеть. Я бил. Проморозк. Жрат, допрыгни. Больно. Я не могу прыгнуть, я жрат. Прыгни по борту сбоку, на. Да, не надо. О. Кого-то из друидов есть джетпак? На свой корабль. Есть, нет, карочка, господин. Есть джетпаки, нет? Обычно беру, но сейчас я логался, по сути, логал, чтобы пустили. Этот, как его? Разрол добычу на меня повесь. По оружейникам сыграли. На свой корабль. А я быстрее падаю. Где я? Я сам бы первый был. Сверху где-то ковылял, блядь, своими культяпками. Сделал бы скрин. Заморозк. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Мортирщики, заряжай. Еще две заморозки будут, да? Даже может и три. Нет, одна. Ну, это и еще одна должна быть. Это еще пушка забавилась, получается, да? Да. Да. На свой корабль. Ну, убили. Да, уже не надо нахуй никого убивать. Оружейники, огонь! Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пузикота! Сержанты! Ой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Чё ж мы так долго мага убиваем, блядь? Ну что не все прыгают. Ну свой. Корел будет еще три на. Ну да. Блять, крылья прожал, сука. А, не добил! Сука, добил. Хорошо, блядь. Господин так афакашил, что вылетел. Он его резкий летал. У него, походу, проблемы с инетом или с компом. Последний замороз. Быстрее, могу, убиваем.
Если что, замена есть. Замены море. Ну свой корабль, свей. Бля, зря я бил мобов, но. Корова прокнула, ёб твою мать. Господин тут? Диси нет? Входа нет. Плюс чат поставь. А, нет, тут. У тебя так и будет вылетать? Или чё? Войда, резнули. Смотри, иначе поменяю просто. Ой, это дело ты. Папа, ты, бля. Счет, плечи и голова. Да. Чё, нихуя. Ой, говно, па. Нет, сколько мне туда, блядь, сука. Сколько у меня там по времени идет тайминг? Я не помню. 15 или нет? 30. А, у тебя я не заметил. 15. 30, насколько я смотрел, если это ты только что таблицу кидал. Да. Да, 30. Да, 30. Надо поменять на 15, нахуй. Счёты Алтура, счёты Алтура. Ну счёт Алтура нормально на вальку, чтобы хилить. Забирай бутер на себя. Суманите, господин. Он в текстах. Это ты багнул пушку? Рыба поставил, бафы дали. А ты что, садился вместе с этим, блядь? С шейпером в одну пушку? Ну, походу, вдвое садились. Рыбу едим. Чек на готовность. Господин Мир. Где он? Сумоню. Пришел Суму? Все. Че раз? Блять, сейчас. МП5 ребафни. Вот хиляйка. 10 на хосту банки. 10. Чек на готовность. Мастер, мистер Дэйв, бета, ревинар. Что ты хочешь, я думал потрогаю. Ну. Че у тебя выскакивает в твоем отдоме? У кого? У тебя. Смотри, как включает. А. Да я выпью, блядь. Я все нормально. Выпил. Все готовы, соответственно. Завожу. А, блядь, заводи, ёпть. Ой, попробуй 4 куска, блядь. Да-да. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и восстановим. Слышь, Лео, откуда у тебя? Он, сука, донатер, да? Это ж донатный нахуй, мол. Он, блядь, донатер и нахуй. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его. Какой такой маун, блядь? Да вон, блядь, бегает нахуй. Это говно нахуй. Прикольно, что-то. Да не говно. Кровавый крикун повелителя пустоши. За 5 секунд, дай. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Дородаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала,
загорелся желанием делать шею, блин, так и пропало это желание делать шею. Ну а чё? Как желание, так и время, блядь. Шея с острова, ты видишь? Да. На полный винар. Геру. Огробля. Лиса бомжей. По мобам играют все, кроме Роги. Стрэндж бомжей. Мобов танки забираем. Ну иди, смотри, чё. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Че там, Волька, не? Ага. Ребят, знак освещения завоевателя выпал. Да? Странно, у меня защитника. А, все, прошу прощения. Сейчас 10 секунд релог.
Давай, давай, давай. Бьем. Че стоим-то? ТПшимся, бьем. А Войт лут не раздал. А последний был моб. Последний же этот лут. Или ты не успел раздать? Не, не успел отдать меч. Сейчас бой кончится. Там ДС еще лежит просто. Ну, ДС в ГБ, как обычно. Ну, я тебе кину сейчас. Блять. Кто у вас, да? Да, да, да. Бейте по Валькирии. Фул по Валькирии. Играем. Жада, Берни, Медвея. И меня заморозили нахуй. А танка хилить не надо. Станы прописываем, Вальки. Откинуло хилов просто, как добежали.